Сейчас у нас на прямой связи с нами моя коллега Эльмира Мусызаде, которая следила за открытием аэропорта в Ризе-Артвин. Мы сейчас подключаемся к Эльмире, которая поделится с нами впечатлениями и предоставит всю необходимую информацию, подробную информацию об аэропорте. Что же у нас сейчас на связи на студии моя коллега Эльмира Мусызаде. Она сейчас находится в Ризе, следила за событиями, за церемонией открытия аэропорта Ризе-Артвин. Тебе слово, Эльмира. Я действительно буквально пару минут назад здесь, в городе Риза, где мы сейчас находимся, завершилось открытие аэропорта Риза-Артвин. На открытии выступали президенты Азербайджана и Турции. Выступления были встречены действительно с большим восторгом у аудитории, которая была очень и очень обширной. Действительно, здесь еще полчаса назад было настолько много людей, что невозможно было даже практически ничего услышать. У всех были флаги Азербайджана и Турции. Открытие действительно было таким впечатляющим. И выступая на открытии, глава азербайджанского государства Ильхам Алиев отметил, что в очередной раз Азербайджан и Турция выступили вместе, выступили единым, так сказать, фронтом. И мы наблюдали такое же единство и солидарность азербайджанского и турецкого народов, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытие международного аэропорта Физули. Сейчас на открытие международного аэропорта приехал уже глава азербайджанского государства и отметил, что это также сыграет важную роль в том, чтобы транспортные и логистические возможности Турции не были увеличены. Спасибо, Эльмира. Напомню, что с нами на связи была Эльмира Мусызаде. Она сейчас находится в Ризе, где следила за церемонией открытия аэропорта Ризе-Артвин, где участие принимал президент Ильхам Алиев вместе с главой турецкого государства с Реджебом Таибом Эрдоганом.